Добрый день, подписчики. Были праздники, и как-то, в общем-то, нечего было снимать, потому что еле спали, еле спали. Но вот сегодня я поехала в Ленту прогуляться и купить себе обед. Значит, что сегодня предложила Лента? Значит, мною было взято это мясо утки. Это утиное мясо в маринаде. Вот, утиные крылышки. Когда я их сделаю, я скажу, как они. Так, был взят батон за 21 рубль, он свежий. Был взят томатик. Его цена была меньше, рублей 14. Там на кассе была скидка. И такой набор конфет под названием какие-то Арко Аташе. Брауни вкус. Вкус лимона. Вот это брауни Аташе. Вкус лимона. А это вкус яблочного пирога. Вот эти конфеты я еще не пробовала. В общем, крылья утки я сделаю и скажу, можно их есть или нет.